На этом фестивале каждый номер как путешествие по культурам народов мира. Его юные участники через музыку, песни и танцы демонстрировали каждый свою уникальную народную культуру. На этот раз гостями фестиваля стали ветераны, работники культуры Республики Саха, Якутия. Они поприветствовали участников фестиваля традиционными песнями и танцами. На этом фестивале наши ветераны покажут, ну, частичку, конечно, вот самую маленькую частичку народную, народов нашей республики. В нашей республике живет более 100 национальностей, и сегодня мы представляем культуры якутов, долган и эвенов. Так что я думаю, и зрителям будет интересно, и нашим ветеранам почувствовать себя вновь молодыми и показать себя. В фестивале принимают участие творческие коллективы и исполнители из Новосибирска, Кемерово, Новотроицка, Перми и многих других городов России. В качестве гостей – приглашенные коллективы из Сочи и других городов Краснодарского края. Каждый номер программы фестиваля – национальное творчество. Русскую народную культуру здесь представили ребята из сочинского ансамбля «Калейдоскоп». Фестиваль «Планета искусств. Планета мира и добра» – уникальный для Сочи проект. В этом году он прошел на курорте впервые и уже успел получить в Сочи постоянную прописку. Здесь я вижу, что представлена культура многих народов нашей страны. Это очень приятно, потому что Сочи очень гостеприимный город. Он всегда ждет гостей. И вообще, мне кажется, что вот этот вот фестиваль будет стимулом для молодых людей, для подростков, для детей, вот к такому дальнейшему творческому совершенствованию. Совершенствоваться творчески участникам и гостям фестиваля помогали еще и на специально организованных мастер-классах. Дети смогли научиться древнейшей восточной технике живописи, рисованию на воде, а также освоить якутскую настольную игру «Хаамыска». Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.